Так, привет-привет. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки. Сегодня у нас небольшая распаковка. Так, одна из двух последних посылок. Это была акция 26% на все. Я их очень сильно люблю, потому что таким образом я могу попробовать взять и продукты, и косметику, и витамины, и все. Жалко, она редко бывает. Вот, наверное, раз в году бывает. Именно такая большая скидка. Так, взяла я. Я уже распаковала. Здесь была пломба. Все хорошо упаковано, ничего не потечет. И сверху еще был целлофан. Шикарно. Взяла для волос. При выпадении волос очень хорошо. Вот. И хорошо ей мазать и волосы, чтобы укреплять, и напитывать, и чтобы блестели, не ломались. И также в корни волос втирать, потому что помогает именно при... В общем, растворяет вот эти жирные какие-то пробки и все освобождает волосы, вычищает. Вот это все помогает при перхоти, при жирной себорее, как ни странно. Вообще совершенно не утяжеляет. Мне масло жожоба понравилось пока что больше всего, потому что переплюнуло пока что по эффекту и по загрязненности потом головы и репейное, и это как ее? Репейное еще какое? Касторовая. Вот. Касторовая тоже неплохо влияет на рост, но волосы потом очень тяжело отмыть, если у вас жирная себорея, если у вас проблемы с жирностью. Так, для волос также покажу. Сразу я взяла вот этот спрей. Так, взяла я также для волос этот вот спрей. Так, я боюсь, что не пролилось. Спрей я им пользовалась уже довольно давно. Периодически его применяю. Бывает потом какой-то, ну, как курсами. Вот, содержит капсаицин. Это основной вот этот жгучий компонент красного перца. Вот, не знаю, чили или там какой. По-моему, кайенский. Вот, и там сапонария, как она там, сейчас скажу. Витамин С, розмарин, масло розмарина, сопальмета. Ну, это... не сафора японская, сапонария называется, короче, карликовая пальма, которая помогает, если у вас андрогенная алопеция. При выпадении волос, при том, чтобы хорошо росло, да, помогает. Ну, прям выпадение волос, если у вас аутоиммунного характера, прям остановить именно выпадение не остановит, но все равно хорошо от него потом волосики новые растут. Взяла вот эту наттокиназу, сегодня я ее упоминала, сегодня видео снимала. Я, кстати, болею. Вот, пока еще тест не проверялась, но похоже на то, на то самое, потому что очень сильно шея сразу болит, и горло красное. В общем, говорили, что наттокиназа хорошо после вот этого как раз ковидного синдрома. Постковидный синдром – это когда у вас густая кровь, и могут потом начаться какие-то проблемы огромные. Знакомая рассказывает, как у нее муж, в общем, ногу потерял, представляете, после ковида, потому что у него в ноге образовался тромб, и, в общем, не спасли за два года, за год, по-моему, это все произошло. Вот, очень опасная вещь. Поэтому то, что разжижает кровь, это омега-3, это куркумин, это натокиназа тоже в том числе. Смотрите, если не хотите рисковать, пейте, конечно, те лекарства, которые вам врач пропишет. Просто я знаю, что они 3500 будут стоить. У меня есть знакомые, которые в России покупали за 3500 вот эти лекарства. Вот. Фирма самого iHerb'а, Lake Avenue Nutrition. И мне всегда фирмы iHerb'а тоже очень нравятся. Они очень качественные и проверяются лабораториями. А, кстати, еще говорили то, что у кого-то после ковида, вот у кого выпадают волосы, как у меня, натокиназа помогла, потому что, по всей видимости, улучшила кровоснабжение или что. Непонятно, как она подействовала. Вообще, забыл, господи, сказать, натокиназа – это... производные от вот этих вот перебродивших ферментированных бобов сои, японские, вот это натто, которое они едят, вонючая такая штучка сопливая, тянучка. И ну, я очень мечтаю ее попробовать, естественно, как люблю любой любитель Азии и Японии в том числе. Вот, и, короче, заказала пропить себе и маме, возможно, вот, про запас. Так, следующее у меня здесь заказала для знакомой, она просила
при проблемах с засыпанием. В общем, relax and sleep для того, чтобы расслабляться и спать. И, короче, здесь состав такой хороший. Здесь 120 капсул, по-моему. Ну, по одной написано, но посмотрим, как будет действовать, насколько он сильный. Я ее потом спрошу. И здесь в составе и валерьяна, и ромашка, и... так, это не знаю. Семена фенхеля тоже расслабляют хорошо на желудке, я знаю, действуют. Потом, значит, sunflower herb – это страстоцвет. Вот. Ой, господи. Passion flower, как я назвала, не помню, правильно, нет? Вот, это страстоцвет, который тоже действует расслабляюще, наподобие валерьянки, но принимать его долго очень то не советуют. Л-тианин – это тоже расслабление, это производный составляющий от зеленого чая. Вот, тоже очень хорошо расслабляет, успокаивает, помогает засыпать. Хороший, в общем, состав. Здесь и мята в составе, и клевер, и отлично, посмотрим. Я бы себе тоже такое взяла, у меня просто проблем-то со сном нет, мне именно валерьянка обычно нужна. Так, Devil's Claw – это коготь, дьявольский коготь называется. В общем, взяла для мамы, для сустава, для спины, для от болей в спине. Говорят, очень хорошо помогает, противовоспалительное и действует отлично на суставную ткань, на хрящи, там, где вот это все болит, воспаляется, в общем, хорошо воспаление снимает. Принимать будет она у меня вместе с Босвелией. Я брала комплекс, в предыдущем видео показывала, там Босвелия и куркумин. Ну, там еще что-то, но вот это основное, ради чего я брала. И вот это средство тоже все советуют. Хорошо, говорят, совместно с Босвелией принимать. Также оно у меня принимает еще глюкозамин хондроитин МСМ в одном комплексе тоже. Вот, в общем, все, что необходимо для этого. Так. Вы меня спросите. Сейчас вы меня спросите позже. Взяла мою любимую арахисовую пасту. Я ее беру уже в который раз. Я в основном ее всегда беру, потому что она, мне кажется, она самая вкусная. Потому что там кусочки. Там же кусочки. Да, кранчтайм. Это похрустеть. Время похрустеть. В общем, это очень вкусная, натуральная, классная арахисовая паста, которая мне нравится и по вкусу, и по составу. Да, там есть пальмовое масло, но я брала, когда просто где арахис и соль. Это нет, это жопа, я еле доела. Вот, вот это самое вкусное, потому что на самом деле хороший состав. Я здесь тоже брала в Испании такую, и она там, где было написано, что там есть немножко пальмового масла, она просто вся плавала. Это я не стала, в общем, доедать, это, я не знаю, гробить организм. Он же тоже, кстати, есть разных видов и разных уровней качества. Поэтому американскому я как-то больше доверяю, чем российскому пальмовому маслу. Вот. Мне главное платок мой шелковый не испортить маслом. Жжоба. Вот. Дальше, значит, у меня здесь вот эта вот прелесть. Обожаю. Я даже не предполагала, что, оказывается, будет такая акция. Что они вообще сделают вот эти наборчики. Хаскин я обожаю. Мне так понравилась вот эта их сыворотка с гиалуроновой кислотой. Сколько бы я всего не пробовала, ничего так не увлажняло и не насыщало, не напитывало влагой, как вот это вот средство. На самом деле рабочий и очень-очень дорогой. Поэтому я взяла два набора, каждый по 7 долларов мне обошелся. Вот. Обычно он дороже, но со скидками... В общем, более-менее еще как-то удобоваримо. Здесь в составе, сейчас я вам покажу, чтобы вы в курсе были. Перейдете все по ссылочке, я все ссылки оставлю. По ссылке можете увидеть. Значит, сияющий серум с витамином С от Hanskin, значит, сияние, тонизирование. Ну, витамин С, он хорошо всегда выравнивает цвет кожи, сглаживает и вообще потрясающий эффект имеет. Антивозрастной, это антиоксидант. Вот, он от него как-то проходит все постакне, высветляются, кожа становится очень красивая. Вот, так, гиалуроновая, розовая капсула какая-то, тоже серум. Не знаю пока еще, я про нее ничего не знаю, не пробовала.
86% увлажняющих ингредиентов. Вот, потому что большое средство одно приобрести, это где-то в среднем 25-30 долларов стоит одно. Тут можно сразу все попробовать. Вот, гиалуроновое эксфолирующее AHA treatment, уход. То есть здесь помимо гиалурона еще и гликолевая, возможно, кислота. AHA – это здесь какая кислота? Это или фруктовая, или молочная, или гликолевая. Почему-то не вижу. Меденькария. Вот, ну, это тоже все выравнивание. Выравнивание, омолаживание, выглаживание морщинок мелких первых. И обожаю, в общем, гликолевую кислоту, если это она там. Остальные все помягче просто действуют, медленнее. Гиалуроновая сыворотка, эссенция, вот эта, которая у меня была, 5 в одном. В общем, шикарное средство. Я влюбилась, поэтому я взяла сразу два набора. Если бы была побольше там возможность заказать, в плане денег, я бы еще, возможно, взяла. Может, позже закажу, если вообще... Ну, мне 100% все понравится, потому что даже если одну сыворотку взять, все равно это очень выгодно. Взяла вот этот набор, я за ним давно гоняюсь. Я вообще гоняюсь немножко за другим. Я другую фирму пробовала, она мне очень нравится. Сейчас скажу. Вот такая вот. Это водоросли Нори, водоросли Ким. Очень вкусные. Сразу там 10 пластинок. И вы дома делаете типа как суши у себя в руке. Сразу туда накручиваете по чуть-чуть риса и всяких ингредиентов. Все это поливаете соевым соусом и в рот. Очень быстро, очень компактно и маневренно удобно. Я обожаю. А эти у меня вот, которые я зеленый показала с васаби, а эти с терияки. Ну, почему-то они все время их нету на складе. Я все время смотрю, они разобранные. Вот, поэтому я взяла уже вот эти, какие были. Я до этого набирала другие, их уже прям из-под носа у меня выдернули. Вот. Пока скидки я взяла. Ну, вообще дорого. Очень причем. Так, взяла... Вот так даже взяла. Но это не два пробника. Вот этот, получается, пробник был. Еще на тот момент не закончился. С васаби. Очень вкусный. Я уже открывала, пробовала. Чуть-чуть такой островатенький. Прям как надо. Короче, я поняла, что мне вся эта линейка понравилась. Неважно, с каким вкусом. Все очень вкусно. Вот эти я взяла, в общем, за доллар. Ой, секунду. Это я взяла за доллар. И вторые, пока были, я взяла за 2,40. Там у них какая-то была скидка. Мне они тоже очень понравились. Это с уксусом и солью. Обалденные. Чуть-чуть такие кисловатенькие. Ну, вообще просто потрясающие. Я думала, мне, может быть, именно нравятся те, которые с медом и с маслом. Но, оказывается, они все вкусные. В общем, я советую все попробовать, если есть такая у вас возможность. Все вкусно. Я, наверное, невкусные не беру просто. Может быть, я очень много отзывов читаю. В общем, ладно, я буду на этом заканчивать. Слышите по моему голосу, что я не очень себя чувствую. Я сегодня целый день, ну не сегодня, а вчера, позавчера, я, в общем, на парацетамоле, на таблетках лечусь. Естественно, сразу вся тяжелая артиллерия пошла, солодка. Главное сейчас сначала выздороветь, потом уже думать про иммунитет. Короче, главное не заболеть. И не разболеться, и никаких последствий, чтобы потом не было. В общем, я пью НАК. Ну, я вам здесь видео ставлю, я все то же самое пью. Все, что я показывала в этом видео. Плюс еще астаксантин и омега-3. Вот. Короче, так. Люблю, целую. Не болейте, не простужайтесь, не носите корону. Пока-пока.